Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 мая, день Купальница. Церковь в этот день вспоминает явление на небе креста Господня в Иерусалиме. Крест был из света и протяжен над Голгофой до горы Елеонской, то есть около 2 километров 200 метров. Крест был виден всеми жителями той местности в течение всего дня, а свет его был сильнее света солнечных лучей. Народ толпами спешил в храмы на молитву. Многие иудеи и язычники обратились в веру Христову на основании этого небесного явления. В народе этот день прозвали Купальницей, поскольку вода в этот день набиралась особой солнечной энергией и обладала целебными свойствами. И события, связанные с явлением креста и света, объясняют это явление. Итак, наши предки выставляли на улице ведра с водой и считали, что вода заряжается чудодейственной солнечной энергией. Этой водой обмывались от разных хвороб. Целебной становилась и вода в реках. Поэтому сегодня лошадей прогоняли по реке, поили их солнечной водой, чтобы они были здоровыми и бодрыми в течение всего года. Продолжаются посевные работы. Сажали сегодня морковь и считали, что когда она вырастет, будет долго храниться. Приметы. Если сегодня дождливый день, сентябрь будет теплым. Молодая луна в небе, нужно сажать овощи, чтобы получить богатый урожай. Если у месяца рога вниз смотрят, будет теплая погода. Месяц красного цвета предвещает дождливую погоду. Если в этот день в саду зацвела калина, значит пришла пора высевать на грядке огурцы, тыкву, бобы, сеять в поле кукурузу. Шестнадцатые лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действие больше оказывается на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуются простые и спокойные, плавное движение, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусной, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны. Семнадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток способствует плодородию, произрастанию, накоплению, и поэтому ее связывают с женской энергией. Что касается энергетики организма, то сегодня активны почки и поясничная область. Сегодня можно пить почечные чаи, промывающие и укрепляющие почки. Так как день предрасполагает ко всему хорошему, что имеется в нашей жизни, то рекомендуется накрыть красивый вкусный стол и повеселиться. Из вин рекомендуется пить кагор, который считается символом познания вечности. Что касается физической активности, то она должна быть большой и выполнена в виде танцевальных движений. Но это лучше всего. Наиболее подходят восточные танцы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!